робкий аплодисмент. Очень классная песня. Следующая песня «Называется «Армия дронов». О. Тоже достаточно. Саша выступила в роли провидца. Когда сейчас была война в Карабахе. То есть, вот. Ну, эта песня достаточно такая. Не, ну понятно. Но автор вкладывает одно, а часто потом можно это применять и к другим ситуациям. В общем, там тоже воевали армии дронов. Пророческая песня. Песня написана, когда я болела. Температурой. Смотрела новости вроде или что-то типа того. Я иду без повода, город вычислил.
немножко взбодрились. И следующая песня. У нас тут вот да? Трансляция особо некому так сильно взбодрется. Но мы взбодриваемся. Называется «Сторожи». Как? «Сторожи».